Добрый вечер, дорогие друзья. Мы находимся на окраине Тбилиси, в Гулдане, у Гулданской тюрьмы, на территории которой и расположено медицинское учреждение Департамента по исполнению наказаний пенитенциарной службы, куда сегодня и перевели во второй половине дня Михаила Саакашвили. Он на протяжении 39 дней находился в Руставской колонии. Это около 25 километров от Тбилиси, где все эти дни был, так сказать, голодным. Так как он в знак протеста объявил голодовку еще 1 числа, однако позже Департамент по исполнению наказания распространил кадры, на которых Михаил Саакашвили принимал пюре и определенное питание. Однако, естественно, эта пища была неполноценной. И вот сегодня состояние его здоровья ухудшилось. И во второй половине дня на вертолете Саакашвили перевели сюда. Сейчас здесь предприняты, как говорят, чрезвычайные меры безопасности. Вот на территорию в автобусах, вот на территорию завезли автобусы, а в автобусах спецназ, МВД, Министерство юстиции. Вот сейчас там темно и не видно, что происходит. Вот эти вот несколько строений. Здесь и тюрьма, и больница, а чуть ранее Министерство юстиции показало кадры той палаты, где будет находиться Михаил Саакашвили.